Здравствуйте! Вы смотрите «Утро на ОТВ» в студии Елена Краева. Встречайте новый день с нами. Сегодня в программе вы узнаете. Восстановление земель. Глава округа Андрей Иванов осмотрел территорию полигона твердых коммунальных отходов «Чистцы». Ко Дню знаний. В муниципалитете строят и ремонтируют детские образовательные учреждения по губернаторской программе. Актуальные вопросы. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков встретился с активистами поселка Горки-2. Вопросы и честные ответы. В Одинцове прошел 3-й региональный форум-семинар НКО. Сегодня четверг, 20 июля. В этот день, в 1534 году, в Кембриджском университете зарегистрировали первое в мире издательство. Его основал король Англии Генрих VIII Тюдор. За время существования издательство выпустило множество книг, таких ученых, как Джон Мильтон, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн. Сегодня кембриджское издательство считается одним из крупнейших в мире и ежегодно выпускает более 2000 книг. Чем еще примечателен этот день в истории, расскажем прямо сейчас. 20 июля в 1924 году была основана Международная шахматная федерация ФИДЕ. Организация появилась во время проведения 8-х летних Олимпийских игр в Париже. Сегодня ФИДЕ занимается популяризацией шахмат, организацией матчей на звание чемпиона мира, шахматных олимпиад и других международных турниров. Кроме того, присваивает спортивные звания, рассчитывает и публикует официальные рейтинги шахматистов. В момент своего основания организация объединяла только 14 стран. Сегодня в нее входит уже более 190 национальных шахматных федераций. В этот день, в 1969 году, была совершена первая в истории посадка на Луну. Корабль «Аполлон-11» стартовал 16 июля в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля состоял из командира Нила Армстронга, пилота командного модуля Майкла Коллинза, пилота лунного модуля Эдвина Олдрина. 20 июля корабль приземлился на поверхности Луны. А через несколько часов Нил Армстронг первым ощутил грунт спутника под ногами и произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Сегодня отмечается Международный день торта. Праздник посвящен дружбе между странами. Проходит он под девизом «Я приду к тебе с тортом». Впервые в международном масштабе его отметили в 2011 году. Государства, принявшие активное участие в первом праздновании, считаются основоположниками. Это Россия, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, США. По такому случаю испекли первый в мире коллективный многонациональный торт. Также сегодня отмечается Международный день Луны и День Национальной гвардии Кыргызстана. 20 июля в Москве родилась Татьяна Лиознова, советский и российский кинорежиссер. Большую известность народной артистке СССР принесла лирическая картина «Три тополя на Плющихе», в которой главные роли исполнили Татьяна Доронина и Олег Ефремов. Имя Татьяны Лиозновой также связано с легендарным телевизионным фильмом «17 мгновений весны». Картина прославила режиссера и принесла ей премию имени братьев Васильевых. У Татьяны Михайловны много государственных наград. Среди них специальный приз президента России за выдающийся вклад в развитие российского кино. Также 20 июля родились итальянский поэт Франческо Петрарко, американская киноактриса Натали Вуд и советский ученый Георгий Лангемак. Глава округа Андрей Иванов осмотрел территорию полигона твердых коммунальных отходов «Чистцы». Еще в 2014 году губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ликвидировать полигон, так как он наносил большой экологический вред. Сейчас там идет восстановление почвенно-растительного покрова нарушенных участков земель. Подробности в материале Алтынай Урумбаевой. От такой красоты дух захватывает. Раскинулось русское поле с ромашками. Кажется, что сейчас здесь появится та самая буренка из рекламы. Очень уж картинка сочная и фотогеничная. И кто поверит, что это полигон твердых бытовых отходов, который работал с 70-х годов. И за 40 лет здесь скопилось более 3 миллионов кубометров мусора. Глава округа Андрей Иванов регулярно контролирует работы, которые здесь проводят, и сроки их окончания. Сейчас он выясняет у подрядчика все детали биологического этапа рекультивации полигона. Мы фильтра тоже собираем в станцию очистки. Да, и дальше что? Да, две насосных станции, то есть по полигону в систему лучевого дренажа, они все перекачивают в резервуар.
Сложные термины только подтверждают – проект масштабный и ответственный. Техническую часть рекультивации полигона завершили в декабре прошлого года. Теперь идет этап биологический. Территорию засеивают многолетними травами, выбирают те растения, которые способны очищать почву. Основная задача – ликвидировать накопленный экологический вред. Подрядчик обслуживает все оборудование, систему сбора и транспортировки фильтрата, станции глубокой очистки и обессоливания. Также проводит техническое обслуживание системы сбора, дегазации и обезвреживания свалочного газа. Регулярно меняются фильтры и другие комплектующие. Ведется постоянный экологический и геодезический мониторинг. Ну и, конечно, особое внимание охране объекта. Этим занимается специализированный ЧОП. Также контролируют весь процесс инженеры. К сезонным работам сотрудников становится еще больше. За время рекультивации сформировали новое тело полигона, обустроили его экран и подпорную стену, которая не позволит распространяться отходам на пограничные территории. Провели монтаж газоочистительного оборудования и очистных сооружений фильтрата. Хорошо видно сейчас работает факельная установка. Это исключение запаха. То есть полигон и в момент эксплуатации, и в момент сырьевно-монтажных работ очень сильно пах. То есть сейчас система собрана, запущена. То есть полностью весь газ, который вырабатывается в рамках биологического процесса в теле полигона, у нас направляется на высокотемпературные факельные установки. Людям помогает тяжелая техника. Поливомоечные машины, оборудование для покоса травы и уборки территории. Биологический этап продлится 4 года. После этого территория станет безопасной для посещения. Дмитрий Потапкин, Алтынай Урумбаева, телекомпания «Одинцова». Начало учебного года не за горами. А пока дети на каникулах, в Подмосковье активно строят и ремонтируют школы и детские сады по программе губернатора Андрея Воробьева. Как ее реализуют в нашем округе, расскажет Полина Бахова. Современные и качественные социальные объекты, по словам Андрея Воробьева, сегодня необходимы как никогда. Благодаря успешной реализации губернаторской программы строительства объектов социальной инфраструктуры, ее положительные результаты уже почувствовали на себе жители всех округов. Особое внимание уделяется строительству и ремонту школ и детских садов. Подмосковье растет с каждым годом. Для нас это прежде всего сигнал, что нужно строить больше социальных объектов, особенно школ и детских садов. В регионе свыше 1 000 000 школьников, и наша задача не просто рассадить их за парты, а сделать так, чтобы каждому было интересно на уроке, чтобы ребята могли посещать дополнительные занятия. В нашем округе особое внимание уделяется территориям, где наблюдается острая необходимость в новых образовательных учреждениях. Так, в 2022 году было открыто 2 детских сада в Кубинке и в микрорайоне Гусарская Баллада. Глобальная реконструкция прошла в здании Введенской школы номер 3. Сейчас там ведутся работы по благоустройству стадиона. Он заявлен как открытый и будет предназначен не только для школьников, но и для жителей округа. Здесь будут оборудованы волейбольная, баскетбольная площадка, тренажерные модули и возможность заниматься на стадионе круглогодично, потому что многофункциональные зоны, которые предусмотрены проектом, будут позволять реализовать все возможности, начиная от зимних видов спорта, заканчивая летними. С нетерпением жители ждут открытия самой большой школы Московской области в Гусарской Балладе. Там же появится еще один детский сад на 110 мест. А малыши и родители Одинцова мечтают о завершении капитального ремонта своего родного 10-го сада на Можайском шоссе. К сентябрю он откроет двери в совершенно обновленном виде. Здание будет совершенно иначе выглядеть. Оно будет современно, оно будет... Так как здесь используются и современные материалы, отделочные материалы, дизайнерские решения, которые были сделаны по брендбуку, который, соответственно, в свою очередь был рекомендован нам областью. Современный внешний вид, инженерное обеспечение, новая мебель. 14 июля началась оценка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Специалисты проводят проверки на предмет безопасности и соблюдения санитарных норм. Всего проверку пройдут более 1500 организаций. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». В усадьбе Антона Чехова в музее-заповеднике Мелехово прошел благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро». Там провели аукцион с интересными лотами и ярмарку изделий. Их создали люди с ограниченными возможностями здоровья. Все собранные средства пойдут на покупку инвалидной коляски для маленькой жительницы Подмосковья Ульяны Давыдовой. Другие новости региона смотрим прямо сейчас.
Всероссийский чемпионат «Воркаут-2023» по уличной гимнастике состоится в Солнечногорске 22 и 23 июля. Судейский состав будет представлен легендарными российскими воркаут-атлетами. Среди участников, помимо призов, будет разыграна возможность получить путевку в финал международного конкурса премии уличной культуры и спорта «Кардо», который состоится в августе 2023 года в Ставрополе. Новое реабилитационное оборудование поступило в научно-клинический институт детства Московской области. Вертикализатор, беговая дорожка, комплекс для восстановления мелкой моторики – все это важный этап реабилитации детей с ДЦП, острыми нарушениями мозгового кровообращения, неврологическими патологиями, после травм и других заболеваний, требующих восстановления. С начала года в Подмосковье мобильные комплексы «Парконы» зафиксировали около 135 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушением правил. Минтранс Подмосковья напоминает жителям и гостям региона о том, что неправильно припаркованные автомобили мешают проезду экстренных служб, создают предаварийные ситуации и заторы. Владельцам транспортных средств нужно уважительно относиться ко всем и парковаться, не создавая неудобств. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков встретился с активистами поселка Горки-2 в местном доме молодежи. Обсудили актуальные вопросы по благоустройству и развитию территории. Рассказывает Екатерина Крамер. Благоустройство, качественное и доступное образование, планы развития территории. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков встретился с активными жителями поселка Горки-2 и обсудил актуальные темы. Московская областная дума в рамках тех поручений и задач, которые есть у депутатов, ежегодно проводят отчеты перед избирателями, перед трудовыми коллективами, перед всеми активными жителями. Одной из ключевых тем стало строительство школы в поселке. Работы здесь идут полным ходом. Новое учебное учреждение рассчитано на 550 ребят. Для учащихся будет организовано 37 учебных классов, в том числе мастерская, кабинеты кулинарии и информатики. Поэтому все контролируют, все просматривают. И, естественно, есть понимание того, что строительство школы в графике, объект нужный, объект контролируется, важный. Прилегающую к школе территорию благоустроят, установят малые архитектурные формы, декоративные фонари и проведут озеленение. Ввод здания в эксплуатацию намечен на май 2024 года. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Гостиный двор станет дворцом бракосочетания в рамках Московского урбанистического форума. Торжества будут проходить одновременно в 5 залах старинного особняка. Вести их регистраторам помогут популярные артисты театра и кино. На церемонию можно пригласить неограниченное количество гостей. Подать заявление на заключение брака на этой площадке можно лично в любом дворце бракосочетаний Москвы. Потребуется оплатить только стандартную госпошлину. О других событиях Москвы смотрим далее. Одиннадцать медалистов столицы окончили реабилитационно-образовательные центры и получили наивысшие баллы. На сегодняшний день в Москве работает 8 таких центров. Они помогают детям с инвалидностью получить образование. Учащиеся проходят в них полноценную школьную программу, занимаются спортом и творчеством, на равных со всеми участвуют в конкурсах и олимпиадах и сдают единый государственный экзамен. Площадки фестиваля «Вкусы России» посетили более 1,5 миллиона человек. Гостям предлагали уникальные продукты из 76 регионов страны, а также подготовили культурную программу, посвященную народным промыслам. В меню были черноморская скумбрия, жареная мурманская корюшка, осетинские пироги, кубанские вареники и многое другое. Всего съели 400 тысяч порций различных блюд. Каждый день на площадках фестиваля проходили концерты, спортивные соревнования и спектакли. В московском зоопарке познакомили панд Жуи и Дин-Дин для зачатия потомства. Они встретились впервые за 4 года. Животные сразу проявили интерес друг к другу, играли и кувыркались. Жуи и Дин-Дин очень молодые панды, однако зоологи надеются на успешное продолжение их рода. Беременность у больших панд длится около 4-5 месяцев. На свет появляется один или два малыша, редко три. После рождения детенышей они уезжают на родину в Китай.
Оставайтесь с нами, далее в программе вы увидите. Вопросы и честные ответы. В Одинцове прошел 3-й региональный форум-семинар НКО. Здоровый малыш, спокойная мама. В Звенигородской женской консультации теперь можно пройти обследование на аппарате КТГ. Предназначение – сложный выбор. Врач-педиатр Павел Бережанский рассказал о своей специальности. В Одинцове прошел 3-й региональный форум-семинар НКО. Члены общественной палаты, представители органов исполнительной власти, налоговой службы и других ведомств вступили в прямой диалог с некоммерческими организациями. Это прекрасная возможность задать вопросы и получить честные ответы, говорят организаторы форума. Среди главных тем – юридические аспекты, как получить гранты и субсидии, взаимодействие с властью и другие. Подробности у Полины Баховой. Открытый диалог, честные вопросы, конструктивные ответы. Около 83 общественных организаций приняли участие в 3-м региональном форуме-семинаре НКО. Свои проекты, которые организации активно реализуют на территории нашего округа, они представили на ярмарке-выставке. Они социальные, они военно-патриотические, они направлены на воспитание детей и на помощь семьям. Поэтому это, конечно, очень здорово, что у нас в Московской области и в Одинцово, в частности, столько неравнодушных общественников. Например, Всероссийское общество спасания на водах занимается патрулированием водных каналов Москвы и области. Таким образом, они не только спасают людей, но и выполняют экологическую функцию, убирая мусор и фиксируя загрязнения. Приехали для того, чтобы рассказать способы спасания людей, как в общественной организации это происходит у нас, а также рассказать, что мы создали спасательную доску. Вот, эта доска относится к классу доска с веслом, вид спорта серфинг. НКО – организации, не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. Их главные направления – социальные, культурные, благотворительные, научные. Поэтому государственная поддержка им особенно необходима. На форуме они смогли получить ответы от представителей различных структур напрямую. Это очень хорошая площадка для конструктивного диалога власти и общества. И мы видим, что у нас много интересных общественников собирается на данной площадке. У нас собираются министерства, ведомства, представители правительства Московской области, областной думы. И здесь в режиме открытого диалога задаются разные вопросы, порой даже сложные. И общественники слышат ответы на те вопросы, которые у них есть, и имеют возможность решить те вопросы, которые долгое время не решалось. Ежегодно под влиянием времени меняются запросы участников форума. В этот раз особое внимание уделили теме получения грантов и субсидий. В такой форме семинары по развитию НКО будут проводиться и в будущем, уверяют организаторы. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». На севере Красноярского края хотят увеличить вылов ценной рыбы. Для этого ученые проведут исследования рек Танама, Пилятка, Попегай и других. Для этого выделено 12 миллионов рублей. Сейчас указанные реки малоизученные. От ученых ждут позитивных результатов. Это позволит местным жителям увеличить добычу рыбы. Другие новости России смотрим далее. Российские ученые совершили революционное открытие в области очистки сточных вод и защиты окружающей среды. Они создали вещество, способное эффективно впитывать синтетические красители. В настоящее время в разных отраслях промышленности, таких как химическая, фармацевтическая, косметологическая, широко используют более 60 видов. Однако не все из них безопасны. Некоторые вызывают аллергии, мутации и даже рак. В Российском этнографическом музее открылась новая выставка «Кокон традиции». Она расскажет о великолепии шелка, его путешествии от Китая до Ирана, от Поволжья до Балкан, а также о винограде и виноделии. На ней экспонируется 250 подлинных памятников традиционной культуры 19-20 веков из коллекции Российского этнографического музея. Проекты приурочены к профессиональному празднику – Дню этнографа. В России появились 3-рублевые монеты с изображением Виктора Цоя. Это памятная монета, на лицевой стороне которой изображен российский герб,
На оборотной – рельефное изображение портрета певца с микрофоном. По окружности надпись «Виктор Цой», внизу даты жизни 1962-1990. Уточняется, что монета является законным средством наличного платежа на территории России. В Звенигородской женской консультации теперь можно пройти обследование на аппарате КТГ. Такой метод позволит врачу зарегистрировать шевеление ребенка, а будущим мамам услышать сердцебиение малыша. Подробнее об услугах и мероприятиях медучреждения в репортаже Раисы Киян. Во время беременности тщательно наблюдают не только будущую маму, но и малыша. Существует ряд исследований, один из них – КТГ. Два таких аппарата появились и в женской консультации Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы. Всем женщинам после 32 недель делаем, проводим данный вид исследования, определяем состояние плода. Это очень хорошее подспорье в диагностике ранних заболеваний, внутриутробных заболеваний малыша. И порой после данного вида исследования мы женщин даже госпитализируем, потому что здесь идет полностью оценка состояния плода. Сердечную деятельность малыша фиксируют с помощью ультразвука. Полученный сигнал передается на монитор в виде графика. Благодаря ему можно заметить начальные признаки кислородной недостаточности. И уже по результатам, которых мы видим, тоже есть шевеление или нет, мы оцениваем сердцебиение ребенка, его общее состояние. И или проводим коррекцию лечения, или дальше наблюдаем, или бывает так, что отправляем в стационар. Для будущих мам в женской консультации проводят курсы предродовой подготовки. Ведущие специалисты – акушеры-гинекологи, анестезиологи, реабилитологи, психологи и педиатры – проводят обучение и отвечают на все вопросы, которые связаны с беременностью, внутриутробным развитием ребенка, родами и заботой о новорожденном. Как понять, что ребенок действительно кушает? Как понять, что ребенку достаточно молока, что он действительно получает молоко, а не просто сосет грудь, то есть в качестве успокоения? Мы должны всегда обращать внимание на главный принцип – это правильное прикладывание ребенка к груди. После прохождения курсов можно принять участие в розыгрыше бесплатной индивидуальной послеродовой палаты в Одинцовском роддоме. Главное условие – не пропускать ни одной лекции. В этот раз победительницей стала Дарья Сидоренко. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Предназначение – сложный выбор каждого человека. Не менее тернистым бывает и сам путь в профессии. Для нашей постоянной рубрики «Про людей» Павел Бережанский рассказал о специальности врача-педиатра. Любовь к медицине позволила ему реализовать себя не только на практике, но и заниматься наукой и передавать знания студентам. Пообщаться с известным педиатром удалось нашей съемочной группе. Павел Бережанский сейчас работает заведующим пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы. В 2021-м стал победителем в номинации «Волонтер года» премии «Мы вместе». Из рук президента России получил медаль Луки Крымского за самоотверженную работу в период пандемии. Свой сложный и интересный путь в профессию он начал со школьной скамьи. В школе, наверное, уже начиная со средней школы. У меня уже был, наверное, интерес какой-то к биологии, к химии, к медицине. Тогда же я еще понял, что хочу работать, наверное, с детьми, потому что, во-первых, это постоянный позитив. А дети, даже если ребенок болеет, он все равно улыбается. Интерес к школьным предметам постепенно перерос в увлечение наукой. Появлялись собственные публикации. Простые статьи со временем преобразовались в настоящие научные разработки, патенты и гранты. И к концу 6-го курса института молодой специалист уже точно знал, что в его жизни тесно переплетутся педиатрия и наука. Действительно, мы сейчас создаем прибор по лечению аллергического ринита, по помощи людям, которые подсели на капли сосудосуживающие, которые не могут без них жить. И сейчас у нас есть такая методика, даже не методика, а уже прибор, из которого может помочь это облегчить. Путь к мечте долг и тернист. Зачастую понимание истинной ценности профессии приходит только через упорный и нелегкий труд. Еще будучи студентом Ярославского мединститута, Павел Бережанский проходил стажировку в разных медучреждениях, работал санитаром. Позднее была и врачебная практика. После окончания учебы молодой специалист устроился на работу участковым врачом в Одинцовский округ. В Одинцовском округе началась, наверное, моя карьера как врача, потому что, когда мы сюда приехали, я работал
участковым врачом-педиатром в селе Жаворонки. И 10 лет отработал в Жаворонках, Перхушково и в Ершово. И до сих пор считаю, что участковая работа, она вообще, наверное, самая важная. Именно работу участковым врачом часто вспоминает нынешний заведующий. По его мнению, она заставляет врача быть широкопрофильным специалистом и думать во всех направлениях, чтобы помочь маленьким пациентам. Павел Вячеславович считает, что медицинское учреждение – это единый слаженный механизм, где важен каждый сотрудник. Я действительно считаю, если человек хочет стать врачом, не знаю, медицинским работником с высшим образованием, должен пройти все этапы – от санитара до врача. Потому что действительно тогда ты понимаешь ценность профессии каждого медика, кто работает в медицинском учреждении. Сегодня Павел Бережанский все больше стремится к передаче накопленных знаний. Он обучает ординаторов и студентов 4-5 курсов Сеченского университета. Как практикующий специалист, знакомит их с врачебным делом через призму собственного опыта и помогает предотвратить возможные ошибки. Я вот набрался какой-то практики, набрался опыта, и сейчас я могу еще больше передавать этот опыт как раз врачам, ординаторам, студентам. Мне хочется, наверное, больше уже поделиться. Надо просто работать, 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 учиться, учиться, учиться. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Шоколадный вулкан Вильярико изготовили кондитеры из Чили. Сладкая копия местной достопримечательности весила 800 килограмм. Эта гора – символ региона. Смотреть на нее в Чили ежегодно съезжаются тысячи туристов. Для гостей организаторы устраивают праздничные фестивали, где как раз готовят необычные сладкие блюда. На шоколадный сюрприз в виде горы у кондитеров ушла целая неделя. О других мировых новостях узнаем из нашей специальной рубрики. Самый крупный на планете айсберг начал активный дрейф вдоль Антарктиды. По данным ученых, скорость движения объекта площадью более 4000 квадратных километров превышает 150 километров в месяц. До этого он стоял на мели 30 лет. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла. По прогнозам, его вынесет на чистую воду уже в этом году, после чего он прекратит свое существование. В США найден легендарный клад стоимостью миллион долларов. Сокровище времен гражданской войны обнаружил житель штата Кентукки. На кукурузном поле он нашел более 700 золотых монет 19 века номиналом в 1, 10 и 20 долларов. По оценке экспертов, они были отчеканены в период с 1861 по 1863 годы. Особую ценность для коллекционеров имеет монета «Двойной орел» номиналом 20 долларов. Стоимость таких монет на аукционе может достигать 380 тысяч долларов. В Японии произошло извержение в одном из кратеров вулкана Сакурадзима. Он находится на территории острова Кюсю и считается одним из самых активных в стране. Яркие кадры разлетелись по социальным сетям и СМИ. Дым поднялся на высоту около 1 километра. В районе вулкана действует третий по 5-бальной шкале уровень опасности. Метеорологи предупреждают о риске продолжения вулканической активности. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет малооблачно с прояснениями. Температура воздуха днем 18-20 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Ночью 12-14. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 72%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если же вы стали очевидцем происшествия и у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». В студии была Елена Краева. Я желаю вам прекрасного дня, отличного настроения и замечательных эмоций. До свидания.